have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сегодня в Tower Defense Simulator и хотим попробовать. Обычно у нас было такое мнение, что эти режимы не так интересно, возможно, будет смотреть, но этот режим очень красивый, продуманный, мы бы хотели поделиться им с вами. Заодно, если вы захотите выразить свое мнение, вы можете написать его в комментах, и мы будем знать, такой формат вам подходит или не очень. Так что давайте запишем это экспериментальное видео. Так, ну что ж. Кстати, через сколько секунд у нас... Я не буду тыкать с двух сторон, вот что я скажу. Блин. Я тебе сказал, не надо убирать огненный. Так, а почему мы тогда на этой карте? Ладно. А они сюда будут идти, да, в банк? Да. Все, я понял. В общем-то, если мы это пройдем, то ты получишь ковбоя. Круто. О, то есть мы... А ты ничего поставить не хочешь? Ну, у меня все такое дорогое. Молодец, хорошо. Один пройдет. Нет! Два пройдет. Да почему? А почему с этой стороны-то они проходят? Ох ты ж. Я вас понял. А на еще одного снайпера мне чуть денег не хватает. Ладно, окей. Тык-тык-тык. А с какой пойдите мне стороны ставить ковбоя, один вопрос. Давай с этой поставим. Я не знаю. Кстати, ребят, если что, я был без понятия, что мы сейчас зашли на получение нового персонажа. Я думал, мы зашли просто поиграть. Ну хорошо, будет некий челлендж. Как бы вы знаете, что ничего заранее никто не планировал. Пройдем так пройдем, не пройдем так, ну... Успей, пожалуйста. Да, есть. Все, так, у меня есть два снайпера. Я бы еще третьего бы сюда на мост поставил. Проблема в том, что этого... Смотри, ты получишь... У него радиус ковбоя почти дотягивается. Все, хорошо. Смотри. Че-че-че? Ты получишь такого ковбоя. Так, а ты где? Вот. Прикольно, прикольно. Еще и золото капает. Я думаю, что он будет с двух рук потом стрелять, да? Да, потом с двух рук будет стрелять. Левеле. Так, ну что ж, поход с двух сторон, это жестенько, что я вам скажу, это жестенько. А ты не хочешь два огненных босса? Нет, спасибо, я обойдусь. Наверное, не надо. 8 огненных титанов и 2 огненных босса, нормально. Так. Вот, я могу поставить наконец-то третьего снайпера. Вообще, я бы их попрокачивал, честно говоря. Сейчас посмотрим, если будут деньги. Уже есть деньги. Нет, ну они есть. Вообще. Ну давай, я качну немножечко, да. А с той стороны никто не прикрывает вообще, да? Или там... Нет, тут стоит этот автоматчик. Зачем же ты его так близко поставил, чувак? Ой, блин, у него радиус вот тут вот. Если его поставить вот тут, было бы гораздо эффективней. Ой, печалька. Ну, я могу там поставить ковбой. Ну, я тут пока что прикрываю снайперами, но я не знаю, как это потом... Понимаешь, у меня нету ничего тяжелого. Советую поставить пчеловода. У меня есть пчеловод, я забыл про него. Хо-хо-хо! Да, я сейчас поставлю. Я забыл, что я в прошлый раз выиграл с фармера. Я его сейчас поставлю. Чё, он дешево стоит. 300, да. Такая, и в принципе классный юнит. Он полезный. Напомни мне, он урон наносит или он просто отвлекает? Он наносит довольно-таки хороший урон на максимальной прокачке. И я к тому, понял, что он дает мелкое замедление, потому что его пчелы еще бьют, и они дают мелкое замедление, и враг будет отбиваться от пчел. Во-во-во-во-во, да, вижу. Они медленнее становятся. Отлично, мне как раз это и надо, потому что у меня тут их будет снайпер подстерегать, и будет хорошо. 250 на тебя прокачка стоит, окей.
Так, ну давайте попробуем. Нормально, мне нужно... так, этот у меня прокачан, на него... Блин. А мне нужно снайперов качать, чтобы у них повысился rate of fire и damage, потому что иначе они начнут пропускать. Ну да. А я тут пока потанцую. Давай, давай. Так, хорошо, этих прокачали. Отлично. Теперь вот этого третьего надо будет. Чё-то ты вообще распоясался, дружочек. А такой... Тыц-тыц. Не, мне больше нравится это. Ты знаешь, что у тебя в голове лимонады? Что если, что будет, если ты будешь прыгать? Он вспенится. Ну и что? Тот, кто попробует меня попить, во мне будет сюрприз. Так, тебя, дружище, на 250 можно прокачать и на 300. А, реально у него прокачка не такая большая, не такая дорогая. Ну что ты думал, бюджетники, персонажи? Хорошо. Так, что у нас по снайперам? У них по 1500 теперь следующая прокачка. Вот, у них тоже rate of fire увеличится, это мне нужно. Я, наверное, поставлю еще. И качну его, когда будут деньги. Ой, босс. А, не, мы его на еде пришли. Это что, повар? Кто, какой повар? А, это Джон. Он на максимальной прокачке будет довольно хорош. Злой повар, прикольно. Так. Значит, мне нужно средоточие снайперов здесь, чтобы они могли покрывать оба входа. Наверное, сюда еще, вот сюда вот еще одного надо будет поставить сейчас. Я буду копить на пулеметчика. Все-таки у меня есть военные фермы. Да, военные фермы это всегда хорошо. Да. Они приносят пользу команде. И еще они просто дают деньги тебе. Так, я вот не помню, на каком... На втором уровне снайперы уже видят невидимых или нет? На втором уровне, ну, ты можешь почитать, когда будет написано то, что следующая прокачка распознания невидимых. Нет, следующая прокачка просто увеличивает урон и fire rate. Значит, ну, я надеюсь, что видят. Я хочу в это верить. А, на этой прокачке она видит. Она на втором левеле только все видит. Так, давайте мы с вормера вот тут еще докачнем. Я пулеметчика поставлю, хорошо? О, Sting Time. Угу. Вот плюс один к урону пчелами. Вот это круто. И тогда я хочу еще одного свормера поставить. Вот, наверное, здесь. Блин, у меня кролик племянчик. Это так прикольно. Так, и, наверное, я вот думаю, где у тебя, вот этот кролик, это твой пулеметчик, да? Все, понял. Я вот думаю, куда поставить командира. Ну, например, там, где больше всего воинов. Ну, понимаешь, они идут с двух сторон, и у нас люди рассредоточены. Мне нужно будет то ли три командира. Я не знаю, сколько у меня по деньгам это будет выходить. Они такие идут, отмахиваются от пчел, такие, нет! Так, 650 стоит командир. Сейчас посмотрим. Да, есть. Значит, с учетом, что у него будет увеличиваться радиус, я его поставлю сюда. Сразу качну. Интересно, вот сюда хотя бы он будет доставать потом. В общем, ладно, если нужен будет баф, говори, потому что я за ним не слежу. Так. 850. Да, давай я сразу увеличу его. И... Не-не-не, погодь, я же не могу еще бафать, у меня еще нету призыва к оружию. Ну это командир заяц, и у тебя пулеметчик заяц, нормально. Хорошая команда. Эффективная.
Нормально, пока что справились. Кстати, пулеметчиков надо еще. Я бы сказал, вот сюда бы еще, вот знаешь где? Вот, а, ты сюда уже поставь, все, пардон. Мой косяк, я не увидел за стену, что у тебя там уже стоит пулеметчик. Мне бы еще электрошокеров поставить, чтобы замедляли врагов. Ага. Так, это две штуки стоит. Давай я вкачаю две штуки, заодно у меня будет призыв к оружию. Поставлю. Так, и нужно тогда, знаешь что? Давай я тут поставлю второго командира. А я еще и тут поставлю. Вот так вот сделаем. И сразу же надо будет его... Он распространяется на снайпера? Блин, не знаю. Сейчас посмотрим. Я его тоже качну на 850. Блин, тебе тут баф нужен? Так, а где? Ты стоял на моем командире, я его найти не мог. Серьезно? Блин, твой командир классно выглядит. Спасибо. Командир тоже выглядит. Ну я же еще не переоделся, я пижаму. Ага. Призыв к оружию! О, класс. Некромант. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот этого надо быстро забить. Так, ну давайте тут призыв к оружию. Стоп. Тут же два некроманта. Ну все, я же говорю. А, ты про этого говорил? Я говорил про другого. Хорошо. Так. Время, наверное, грядянуть снайперов. Хотя у них не так много денег. Ну давайте. Потому что у них будет хороший урон. И увеличенная дальность. Это как раз то, что надо. Сначала вот этих двух центральных надо будет, ребят, прокачать. Так. Ну... Вот, отлично, на полторушку. Сколько у меня их вообще выходит? 5. Понял. Так, теперь мне нужно на этой стороне попрокачивать еще. Свармеры. Ой, свармер за 1200 прокачка. Не такая дорогая. Давайте. Последняя на 4000. Блин, 4000 кусается. Прям как его пчелы. А у меня четвертый лейбл. 4250. Нормально, да? А чё, мне нормально, у меня все дёшево, у меня все классно. Так, тут получается урон пчелами увеличивается, хорошо. И следующий тоже увеличивает урон пчелами, вот это вообще круто. На четвертом уровне у тебя откроется пчелиная бомба, и ты сможешь ее бросать, если враги будут. Прям массовый урон пчел будет. Круто. Ты сможешь бросать улитник. А потом играть. Кстати, у нас 22-я волна. Тут, если я не ошибаюсь, 40 волн, да? 30. Ага, хорошо. Сложности, которые ты выбрал. Начинаем тогда это учитывать. Вот, например, на самое-самое сложное это будет 42. Но мы не на самое сложное выбрали, значит у нас, скорее всего, будет меньше. Я уже играл на самое сложное. Это еще... Это... Лучше не выбирать самый сложный режим. Так, в общем... Прокачали свормера на максималочку. А то игра взорвется или выйдет. Бомбу. Бомбу я просто так тратить не буду. Ты не знаешь, какой у нее кулдаун у этой бомбы? Бомбу? 20 секунд. 20 секунд, понятно. Хорошо. Давай ее тогда... лучше кинуть, когда будет босс какой-то. Да понятно. Я же говорю, я пока не буду. Вот, например, свормер был очень полезный, когда был ивент. Так, и на тебя тоже нужно 4000. Да, я их сейчас качу на максимум. Так, ребят, к оружию. Двойные пулеметы. Почему мне так нравится танцевать в этой игре? Так, давай-ка, дружок, мы тебя сейчас максимально гриданем. И все у нас будет хорошо. Спрятанный босс. Ну, ковбой мой видит это. Блин, а свармер не видит спрятанного босса. Понимаешь, он может быть и видит спрятанного босса, но пчел не видит. Он же не зря спрятанный, да? Так. А вот этих
От этих я не качал, так что давайте сейчас сюда вложимся. Сколько у нас на следующий уровень на командира? 5500, елки, а последний сколько? 8 будет? 10. Прикольно, прикольно. Так, ладно. Ты же уже прокачивал его на максимум. Да, но это было давно. Я, честно говоря, подзабыл. Кстати, тут ребята купаются. Ну хорошо, 5500, давай. Поехали, качнем его сейчас. Мне сейчас нужно 7500. Нормально. И ты увидишь, насколько классная прокачка ковбоя на следующем уровне. Вот слышал, как что-то сказал полицейский, он вызвал фургон специально. Да, 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 да. Вот это его фишка. Сватовский фургончик смотри, выехал. Смотри, какая прокачка. Где? Вот. Ха-ха! Он с пушкой Гатлинга. Еще у него появилась результат, что он становится в 2 раза сильнее, у него будет урон 18. И у него еще очень быстро скорость начинается, прям 2000. Ну, пушка Гатлинга, да, это такая хорошая тема. Я еще и тут поставлю пушку Гатлинга. Так, бафаем всех подряд. И смотри, что он делает. О, хорошо! Зарядили этим ульем. То есть, смотри, тут у нас ребята хорошо справляются, а вот тут вот у них, смотри, сколько времени уходит, гораздо дольше. Ну, давай я тут тоже поставлю второго пулеметчика. Так, у меня 9800, давайте, 10 штук. Все, командира на максимум прокачали. Давай, призыв к оружию. А, хорошо. Вот, сейчас стало по такой, поприкольнее, побыстрее, хорошо, мне нравится. Дайте мне еще 10 тысяч. Я еще этого бафера прокачаю сейчас. Так, 7 тысяч. О, неплохо, неплохо. Вообще мне нравится, как сильно восстанавливает тест. Так, ты хочешь сказать, что если мы это сейчас пройдем, то у меня откроется ковбой? Да. А, вместо КВ его буду ставить, наверное, вместо стрелка, потому что стрелком я не пользуюсь. У меня есть снайперы, пчелины, эти сформеры, пчелины. Я думаю, уже 80. Так, хорошо. Скоростной босс, ну только он бежит и спотыкается. Так, не-не-не, чуваки, к оружию, быстро, надо его завалить. Фу. Смотри, какая прокачка становится. Фиолетовый 30-я тест, волна. Фиолетовый огонь. Мне стоило прокачать тут пулеметчик в максималку всего лишь 17 тысяч. И так уж огонь. Скоростной босс прямо сходу. Ну вы серьезно, отойди от меня, отойди. Да ну отойди, я не могу нажать. Почему он именно там стоит? Это так неудобно. Я же там должен. Так, тут у тебя кулдаун прошел, давай еще раз бафаем. Мне не очень нравится максимальная прокачка. Именно зайчик. Ну, не знаю, по-моему, прикольно. Так, тут вроде справились. О, у меня просто немерено деньжище сейчас, хорошо, надо докачивать. Мне нужно еще 17 тысяч. Все, у чувака максимальная прокачка. Максимальная прокачка. Максимальная. Еще сейчас будет 5 штук. О, сват приехал, хорошо. Блин, скоростные боссы проходят. Да не пройдут, а не... Уже прошли, все, поздно, мы слились.
не смотрит в другую сторону. Мы проиграли. Я ж тебе сказал, проходят. Они не пройдут, не пройдут. А, ну ладно, по крайней мере мы неплохо сражались, 32-я волна. Я тебе говорил, что эта сторона слабее, ты изначально говорил. Ладно, я же говорю, не страшно. Мы все равно заработали денежек, заработали экспы, посмотрели на этот режим. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно победим. Да, ребятки, на этом тогда сегодня, пожалуй, все. Опять же, отпишитесь в комментах, нравится вам такой подход к вещам, не нравится, рассказывайте. В принципе, мы вложились в обычную стандартную серию, так что в этом ничего плохого нету. А если бы было бы чуть дольше, то мы бы выиграли. Вот, все, ребят, да, на этом, наверное, сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.